Хаю-хай, с вами Вангай, и сегодня мы с вами поговорим с шимботом, с шимпанзе. Что? Шимпанзе? Да, мы поговорим с шимпанзе, и надеюсь, наше общение не будет выглядеть как... И это не просто шимпанзе, это говорящий шимпанзе. На фоне космоса. Ох, твою мать, красотища какая! Привет, обезьянка. Как тебя зовут? Зовут, как так можно писать через букву А? Какая тупая мартышка!